Президент России Владимир Путин одобрил требования по утилизации всей упаковки ее производителями. Таким образом, глава государства одобрил инициативу заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко, сообщает РБК. Причем организации могут переработать отходы сами, наняв профильного оператора, либо заплатив экологический сбор. Пока норматив переработки либо захоронения не превышает 10%, но уже к 2025 году его планируется довести до 100%, переложив ответственность на производителей упаковки. При этом, напоминает издание «Коммерсант», утилизировать токсичные отходы первого и второго класса, например, батареи и аккумуляторы с 1 марта, может только федеральный оператор, структура «Росатома», федеральный экологический оператор.